Здравствуйте, уважаемые подписчики канала ветеринарной клиники Биовет. Сегодня мы поговорим о том, сколько живут хомяки. У владельцев хомяков часто возникает вопрос, сколько живут хомяки. Сколько живут эти наши любимые питомцы? Так вот, они живут 2-3 года. Если ваш хомяк прожил 3 года, то его можно считать старожилой. Ведь обычно хомяк доживает до 2,5 лет и умирает естественной смертью. Вообще, в дикой природе жизнь хомяка еще меньше, потому что часто они умирают в зубах хищника или от голода. Для того, чтобы ваш грызун прожил долгую жизнь, следите за условием его существования. Обратите внимание на клетку, в которой он живет. Клетка должна быть довольно просторной, чтобы хомяк смог двигаться, бегать, искать еду в сене. Кормить хомяка лучше кормом специальным из зоомагазина. Если какой-то корм не понравился хомяку, то нужно приобрести для него другой. Также не забывайте про свежие овощи, зелень и веточки деревьев, чтобы хомяк смог получать определенные витамины. Отдавайте предпочтение твердым кормам, чтобы хомяк точил зубки. Ну и при малейших признаках какой-то болезни обращайтесь к ветеринару, чтобы он смог поставить диагноз и вылечить хомяка. Если сравнивать разные виды, то джунгарские хомяки живут как раз вот этот срок 2-3 года. Понятно, что их жизнь не такая долгая, не такая, как у кошек и собак. Ну что ж поделаешь. Кстати, есть джунгарские хомяки, которые доживали больше 3 лет, поэтому все в ваших руках. Обеспечьте хомяку заботу и внимание. В сравнении с джунгарским, сирийский хомяк живет еще меньше, он живет 2-2,5 года, но при хороших условиях они доживали до 3-4 лет. Сирийские хомячки очень дружелюбные, ласковые создания. Чтобы они прожили как можно дольше, обратите внимание на хомячка, которого вы берете. То есть изначально, когда ему всего 1-2,5 месяца, он должен быть упитанный, со здоровым внешним видом, с блестящей шерсткой. Давайте поговорим о том, что еще нужно делать, чтобы обеспечить долгую жизнь хомяку, и что делать нельзя. Нельзя купать хомяка, потому что если вы искупаете, то, возможно, он заболеет и смерть придет раньше. Хомяки сами могут обеспечить свою чистоту. Для этого им в клетку ставят небольшой бассейн с песком, где они чистятся. Обратите внимание на чистоту клетки, то есть нужно обеспечивать ее хотя бы раз в неделю, убирать и менять воду. Вода должна быть всегда чистая. Особенно если это миска, а не поилка, потому что он лапкой может занести грязь из клетки и, соответственно, тоже заболеть. Хомяку нужна активность, поэтому в клетке должны быть колеса, лесенки и так далее. Даже пожилой хомяк может вести здоровый, активный образ жизни. Хомяки очень пугливые создания, поэтому постарайтесь, чтобы хомяк не испытывал стрессы от сильного шума, и проветривайте помещение. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до скорой встречи!